Жители станции Ташиба нашли на обочине три снаряда, сообщает пресс-служба МВД Хакасии. Специалисты определили, что это болванки учебного артиллерийского снаряда. Находки безопасны, в них нет взрывчатого вещества. В Черногорске ГАИ перестала выдавать водительские права. Теперь горожане получают их в республиканской ГИБДД. Автошколы города угольщиков отмечают, что среди учеников растет недовольство новыми правилами. С начала учебного года устанавливается новый комендантский час, информирует мэрия Абакана. После 10 вечера детям до 16 можно выходить на улицу только со взрослыми. Летом несовершеннолетние могли гулять самостоятельно до 11 часов. Сегодня первоклассникам начали вручать паспорта безопасности. Из него дети узнают о главных правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, информирует пресс-служба МЧС. В течение сентября все первоклашки получат такие паспорта. Арбузы и дыни безопасны. К такому выводу пришел Роспотребнадзор после двухмесячных проверок республиканских рынков. Нитраты и пестициды в исследованных культурах не обнаружены. Также и не зафиксированы случаи отравления бахчевыми.